Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Glitcher Evil Edition. И сегодня мы будем играть в Shadow Fight 2. Но только один раз поиграем, потому что это, кажется, займет на серии на 3 или 4. Потому что я прошел практически всю игру. Осталось только Титана увидеть. И да, я до него дошел. Да, вот это вот мы, я победил. Вот этих всех победил, да. И да. Знаю, для меня это невозможно, но я постараюсь. Кстати, вы, кажется, сейчас задаетесь вопросом, почему я пользуюсь таким тупым оружием? Посмотрите. Сейчас. Во. Да ё-мо, как тебя? Погнали. Во, посмотрите. Ну, что это такое? В общем, вот. Титан принимает мой вызов. Поехали. Титаниус, Титаниус. Сейчас сломаем твою броню из консервной банки. Угу. Да-да. Погнали. Давай. Нате. Чё? Уйди от меня. Нифига себе ты его. Ай, ты чё? Давай я наступлю тебя на ногу, чтобы мы не поругались. Окей. Вот и поругались мы. Чё? Это что такое? Это что? Ты что творишь? Ты там? Кстати, ребята, всегда задаюсь таким вопросом. Если все оружие боссов на затмении можно получить, то какого фига оружие Титана нельзя получить на затмении? Разработчики Shadow Fighter, я что-то о вас не знаю. Я его зажал. Все, короче, он меня грохнул. Надо сказать. Нет! Что за? Это что? Ты что творишь? Он что, совсем бомбит? Так что, музыка такая эпичная. Погнали. На, на тебе. Ураган ударов. Я его практически убил. Это какие практически? Почти. Это какие почти? Не почти, ни чуть-чуть, ни капельку. А, чё? Да блин, дай мясорубку сделать. На тебе. Тара-та-та-та-та-та-та-та, хватит на меня заступаться. Точнее, на меня наступать. Пожалуйста. Ну, Титан, пожалуйста, консервная ты банка. Давай. Да, пожалуйста, не сдохни. О! Лови обибасину! Ха! Ой, все, сейчас полетит. Погнали. Вот, как я и говорил, щит уже включает. Давай. По-моему... Самое лучшее прохождение игры это с этим оружием. Ай, больно. Титан, ёлки-палки. Кто тебе так разрешил бить? Я не понимаю. Мне кажется, у тебя есть какой-то учитель сильнее, чем ты. Мне хочется с ним повидаться.
Давай. Ну не настолько же. На тебе. Не понимаю, как эта консервная банка может... Может на... Вот так вот. Кувыркаться мечом, блин. Блин! Да что, хватит меня бить. Ау. Ау. Больно. Не, короче, я уже знаю, что я сдохну. Ребят, я лишь одно могу сказать. И это что-то просто бомбит меня. Мне звездная кираса стоит, лазерная маска. О! Так, стоп, тут есть получше. Да куда уже лучше? Так. Шлем защитник. Шлем защитник. Да стой, куда рекламу? Фух. Вы спросите, почему я этот шлем покупаю? Потому что я хочу, чтобы он меня наконец-то не по... я не получал урон. Так. Ну я даже не знаю, что делать. Давайте вот это. Не, мины. Вот это мне полезно, слушайте. Оно? Ёлки-палки. Let's go. Погнали. Нет! Нельзя! Ай! Да хватит на меня наступать! Да ты чё меня бьёшь-то? Вот это у меня санда ахнет сейчас. Да ну нафиг. Заново титана. Блин, ничего музыка такая громкая. Кстати, если что, это сосиска в тесте из нашей школьной столовки. Да уж. Так, погнали. Нафиг. О! По голове ему залетел. Нифига себе, комбо 15. Это вы вообще видели когда-нибудь? Комбо 15. Ай, больно. На тебе мину. Чё? Ты чё, бессмертный что ли? Ай, ай. Дохну. Да блин, как ты... Да как же ты заколебал? А... А, спасибо. Держи мину. Подарок. На тебя, бибасину. Да как же ты задолбал? К чему мое оружие? Не, ну это невозможно его убить. Его убить это как... Это как попасть в эндермена с луком. Причем он должен стоять в воде. Это невозможно. Let's go. Нате. Цитата от меня. Если вы хотите победить Титана, но он все время вас топтает, тогда жрите сосиску в тесте. Да. Заколебал. Нет! Ха! Ваш пеп! Консервная ты грёбаная банка. Ну ты уже до брутал дошёл! Сдохни, пожалуйста, ради бога! Ай! Да! Хватит меня бить!
Да ну, это вообще возможно? Спасибо за последний удар. Прощай. Да уж. Этот трындец. Я могу лишь одно сказать. Это трындец. Что это, ёлки-палки, такое? Я не хочу это покупать. А тут есть какая-нибудь штука? Посох ночи. Нифига себе. Бомба? Нет. Уничтожитель. Нифига себе. У него будет вот эта вот хрень, а у меня коса будет. Посмотрим, какой самый сильный удар. Кстати, да, вот такие вот у меня штуки. Да, так, вот эта вот штука. Ну и вот это вот. Раз, два, три. Нифига. Нифига ты бьешь. Все, минус сосиска. Так. Так, погнали. Че, здорово. Это мой объем. Нифига себе! Нифига себе! Прикольно! Ай, да блин! Ты что, издеваешься? Да блин, ты задолбал. Как мне получить такой же эффект, если он у меня не врубается нифига? Нет! Ай. Ты чё? Ты чё творишь, ё-моё? Спасибо. Пипец. Ты чё встал-то? Я чуть не поняла, почему он встал. Нет! Нет! Да какого фига? Фигаро, блин. Фигаро. Фигаро. Цитата. Если вы хотите победить Титана, тогда покупайте вот эту вот штуку. Если что, это Shadow Fight 2 сочетание. Да. Кстати, тут есть еще один чит. Тут позволяет. Да как же ты заколебал? Уйди отсюда. Так. Ай. Ай. Ты что делаешь? Сдохни.
Ребята, извините за такой вот шум. У меня просто траву чистят от клещей во дворе. Простите, ради бога. Так, я не понял. Нельзя, блин. Нельзя. Ага, ты меня долбить думал? Тогда сдохни. Чё? В смысле? Нет. Нельзя. Плохой мальчик. Нет. Давай. До. Одна секунда. Пипец. Одна секунда оставалась. Так, только посмей сейчас щит включить. Ай, больно. Ноге. Так. Нати, сдохни. Я так могу просто спамить. Помирай. Ребят, я у него уже маленькую половинку хп отнял. Ой, блин, он щит включил. Сейчас это исправим. А ну умри. Чел, ты что творишь, я не понимаю. Ау. Выруби щит. Вырубись. Интересно, а как стать титаном? Как? Есть же какой-то сайт, которым можно стать титаном. С мутом. С модом, то есть. Ай, да блин, хватит меня бить! Ты задолбал! Ай. Thanks. Да за что? Он задолбал. Понимаете? Капец, ребят, это что такое? Это что творится? Я не понимаю. Какая-то фигня тупо. О, зажали. Ай. Больно. Ай. Давай. Нет. Запрещено меня топтать. Блин, ай. Самая гениальная озвучка. Нати. Да, вырубил щит. О, повезло. Что? Это что за фигня? Нати, я щит у него вырубил. Сейчас вот так вот залетим. Он меня ударит. Вот я пила, которая нифига не нанесла урона. Да блин, больно. Хватит, нет. Короче, все, ребят, я сдох. Не увидите, что он сейчас делает? Мне капец. Гудбай. Капец, ребят. Ну ладно, ребят, если вам понравился данный ролик, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был, как обычно, Гвитчер. Всем пока-пока.